Добрый день всем любителям самой интересной игры в мире – баскетбол. Сегодня мы немного расстроены тем, что не можем играть на площадке и наслаждаться всем ее разнообразием. И все, что мы можем сейчас, это заниматься саморазвитием, поддерживать физическую форму, смотреть обучающие видео семинаров, тренингов и игр по интернету. Прошлым летом я занимался в лагере в Одессе, многолетним консультантом которого является мой первый тренер Ивлева Александра Петровна. Я решил принять участие в жизни лагеря. Сделал подарки для девушек и ребят, участвующих в нем. Начал свою подготовку к сезону в кемпе. Мне очень понравилась организация лагеря, тренерский состав. С первой же тренировки я почувствовал себя в коллективе, как будто был его участником с основания лагеря. Наверное, это потому, что тренерский состав знаю давно, и многим знаниям и умением обязан этим людям. Еще чуть-чуть, и наша жизнь вернется в привычное русло. А мы наконец-то сможем заняться любимым делом без ограничений, сбросив маски и взяв в руки баскетбольный мяч. Летом 2020 года лагерь будет проходить в Одессе со 2 по 9 июля. Приглашаем к нам провести подготовку к новому сезону, к новым достижениям и успехам. Будем всей нашей дружной шумной командой двигаться вперед к новым баскетбольным вершинам.